Видновчанка Галина Кирасирова старается не пропускать творческие мастер-классы. Будучи на пенсии, женщина нашла себе занятие по душе. Клуб «Активное долголетие» посещает регулярно. Это занятость и отвлекает от всяких таких более сложных проблем жизненных. Мы здесь как-то отдыхаем, и для развития головы это мысли разные. Так что это очень занятие такое по душе, как говорится. Сегодня мы встретили Галину на мастер-классе по изготовлению подделок в стилях пейп-арт и декупаж. Она мастерила карандашницу. Основа – старая банка из-под майонеза. Отделка – яичная скорлупа, которая осталась после Пасхи. Получилась такая разноцветная мозаика. Этот творческий кружок доступен всем пенсионерам бесплатно. Он работает на базе клуба «Активное долголетие». Находится в Доме культуры города Видное. Мы делаем из старых бутылок, банок, красивые вазочки, там украшаем старые вещи. Декупаж делаем на тарелках, очень красивый панно получается. Это полезно очень для мелкой моторики. Мелкая моторика, вы сами понимаете, это наши мозги. Люди старшего возраста, у них уже плохо с памятью начинается. Вот, и поэтому им очень это полезно. А еще в клуб «Активное долголетие» люди идут за общением. Пенсионеры находят здесь новых друзей. Более того, единомышленников, ведь объединяет их общее увлечение. В этом случае творчество. Процесс совсем не трудоемкий. Этим процессом может овладеть даже школьник. А справляюсь... Ну, это очень просто. Вначале определиться, что вы хотите видеть, что у вас должно быть, шкатулка ли, ваза ли, еще ли что. Мастер-классы в стилях пейп-арт и декупаж проходят по будням в 14 и в 15.00. Каждое занятие длится 1 час. Также в рамках творческого направления «Активное долголетие» работает клуб «Волшебная шкатулочка». Здесь занимаются вышивкой картин из бисера. С разнообразием и красотой работ можно ознакомиться в холле Дома культуры. «Пантера» на черном фоне – сложная работа, «Огненный конь». Корабли – это шикарная работа, потому что там вышито на 24-й линзе, то есть это очень, человек вышивает, вообще ходит в очках, вышивает на очень-очень мелкой канве, то есть это не каждому даже профессионалу дано. Занятия клуба «Волшебная шкатулочка» проходят 1 раз в месяц, каждую вторую субботу в 12 часов дня. На мастер-класс могут прийти все желающие приобщиться к творчеству. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.